Ребята, всем привет! С вами канал Насекомолюб, и сегодня я уже наконец вернулся из долгожданной поездки в Калининград. Ну и, как сказать, сегодня, вчера, но вчера я вернулся вечером, и поэтому не смог сделать ролик. Ну и сегодня я уже его делаю, и как вы думаете, про что он будет? Если вы подумали, что про янтарь, то это правильно. Но не про обычный янтарь, а про насекомых в янтаре. И да, они у меня тоже есть и с этой поездки в Калининград. И также я расскажу о клоне янтаря и эпоксидной смоле, почему не надо вестись на эту поводу. И, в общем-то, все. Ну и как они туда попадают. Поехали. Перед вами сейчас лежит янтарь с насекомыми. В каком-то из них может будет незаметно. Давайте же посмотрим. Вот тут вот муха очень видна. Давайте же попробуем раскрыть крышку с лупой и приблизить. Вот так эта муха выглядит в реальной жизни без лупы. Но с лупой, конечно, в реальной жизни она выглядит прикольней, но на камере менее прикольно. Поэтому переходим к следующим. Вот сначала вот такой вот янтарик. И вот где насекомка находится. Видите? Я до сих пор не понимаю, что это. Вож, листоблошка, клещ какой-то. Хотя на клеща мало похоже. Или просто мушка какая-то. Вот напишите в комментариях, что вы думаете по поводу этого янтарика. Перед вами сейчас находится очень интересный янтарь. И вот, как вы видите, вот тут мушка. И кто, может быть, не заметил, вот в этом красном пятне находится половина другой мушки. Вот так вот. Такой интересный янтарик. Данный янтарь тоже очень интересный, так как тут крупным планом находится показана мушка. А вот что это за палка, я не понимаю. Может быть, это просто внутренний разрез, а может быть, это иголочка древней хвои. Ничего не знаю. Можете написать в комментариях свои догадки. Вот тут вот такая вот интересная насекомка. А точнее, по мне, так это паучок. Паучок-краб. Но если это не так, то вы можете написать в комментариях. Янтарь сам достаточно не отполированный, но так появилось. Повезло так, что вот эта насекомка находится после вот этих вот неотполированных частей. Ну вот, тут муравей находится в янтаре, как я определил. Тоже ничего не могу объяснить. Но сам янтарик вот выглядит вот так. Чего же боятся люди? Правильно, подделок. Подделки – это самое страшное, что может быть только с янтарем. А именно, когда в янтарь засовывают насекомые. Конечно, это очень трудоемкая работа, и такие в основном продаются очень-очень дорого. Но есть и более простые подделки, такие как эпоксидная смола с янтарем. Данный паук находится не в янтаре, он находится в эпоксидной смоле. Конечно же, снизу это настоящий янтарь, но нас не стали обманывать, и так и сказали, и даже написали на этикетке. Но есть люди, которые говорят, что эпоксидная смола – это янтарь. И многие люди на это ведутся, так как не знают, как выглядит настоящий янтарь. Запомните, вот это – эпоксидная смола. А вот это – настоящий янтарь. В основном насекомые в янтаре, которые мелкие, продаются примерно за 800-700 рублей. Ну, это я говорю как в Калининграде. А вот, как вам сказать, крупные насекомые иногда продаются за 172 тысячи. Ну, это, как я видел, самый дорогой янтарь с многоножкой был. Или там были с палочником, да, были не очень дорогие за 12 тысяч. Ну, конечно, никто бы не стал такое покупать. Ну, стал бы кто-нибудь, которому не жалко денег на янтарь. И таких тоже очень много людей. Но вот сравните. Отличить практически невозможно, но есть отличия. Запомните, что крупные насекомые в субстанции, похожие на янтарь, не стоят так дешево. Не стоят так дешево. Не стоят.
Ну, если вы хотите залить какое-то насекомое эпоксидной смолой, чтобы получилось как в янтаре, то вы всегда можете купить ее. И поэтому получится такой самодельный янтарик, хоть это будет и не янтарик. Собственно, как же насекомые данные или другие попали в янтарь? Это можно говорить много тысячелетий, так, насекомых, которые попали в янтарь, очень-очень много. Сейчас я говорю про Калининград, также месторождение, по-моему, есть в Бразилии в янтаре, но в Калининграде 90%, и поэтому говорю про Калининград. Допустим, была хвоя, по ней полз жучок, так скажем, любой. Его смело смолой, и через миллионы лет мы его находим. Муравей послю, и его вместе с слёй смело. Тоже мы находим через миллионы лет. Мушка была, тоже ее смели через миллионы лет. Нашли, точнее. И, допустим, бегал скорпиончик, хотел убить паука, но их обоих смело смолой. И мы нашли его через, как вы догадались, несколько миллионов лет, а может быть даже десятков. Может ли что-то другое, кроме насекомого, попасть в янтарь? Ответ, конечно же, да. Иголочка хвои, листик, ножка того же насекомого, но это я сейчас просто говорю. Допустим, даже частичка, пылинка какая-нибудь, земля и многое-многое другое. Вообще, все что угодно может попасть в янтарь. И это так. Ну и, ребята, а на этом все. Если вы хотите услышать продолжение насекомых в янтаре или как же янтарь добывают, пишите в комменты. Ну а я с вами прощаюсь, но ненадолго. Пока. Пока.